Доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой. Храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково, что недалеко от города Троицка, ведет свою славную историю с XVIII века. Он задумывался как усадебная церковь-усыпальница знаменитого дворянского рода Хитрово с уникальным двухъярусным алтарем и приделом на хорах. Сейчас в храме ведутся реставрационные работы. В церкви любой труд, любое особенное, работа иконописца, она непростая. Церковь у людей ассоциируется с таким понятием, таким глубоким богословским понятием, как любовь. Соответственно, значит, все вместе делают общее дело. Казанский храм в 1994 году стал учредителем и главным попечителем Троицкой православной общеобразовательной школы. После без малого 20 лет успешной работы, пройдя через множество испытаний, переезжая с места на место, школа наконец обрела свой дом, свое здание подле храма в 2013 году. Тогда же был создан домовый храм Троицкой школы, освященный в честь святых царственных страстотерпцев императора Николая II и его семьи. В нашей школе основной упор идет на семью. Очень много многодетных семей, 60-70% в школе многодетных семей. В образовании мы видим хороший результат, это точно, потому что каждый год почти 100% поступают в разные учебные заведения. И у нас равно поступают и на физфак, и на филфак. Тут очень интересно учиться, даже потому что учителя они добрее. Отношения с учителями, они лучше за счет того, что класс меньше, учитель может уделять больше внимания. Здесь учителя, которые любят свою работу, свою деятельность. Приходя работать в православной школе, самое главное – это опора на наши знания о Боге. Мы, конечно же, стараемся во всем постоянно проводить параллель между тем, что Господь говорит, к чему Он нас ведет, между этими знаниями и своей жизнью. Троицкая православная школа имеет лицензию и государственную аккредитацию, и сейчас в ней обучаются 315 детей. Почему же все больше родителей выбирают для своих детей православное учебное заведение? Помимо высококачественного учебного процесса и множества кружков, студий и внешкольных мероприятий, основной упор здесь делается на воспитание духовных ценностей у учеников. Старайтесь быть добрее и сердечнее. Благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечней, лишь доброта сумеет мир спасти.